Ассаламу алейкум, Мухтар. Здравствуйте. Еще раз приветствую. Меня зовут Арслан. Я представитель компании Каз Минерал, старший специалист. У меня к вам один вопрос. Почему на слове заработок или инвестиции вы даете негативную реакцию? У вас был негативный опыт какой-то? Я вас обманули? Вы попались? Нет. Что? Я никуда не попал. Мне Каз Минерал, а мне какой-то Каз. Казах инвестор звонил. Я без понятия, что такое Казах инвест. Я не ручаюсь за сотрудников, потому что их не знаю, которые до этого вам звонили. Нет, Казах инвест. У нас лицензированная компания Каз Минералс. Каз Минералс. Мне сказали Казах инвест. Да, конечно. Еще банк Казах инвест находится в Воронеже. Понимаете, такое? Воронеж, Россия? Ага, нет, да. Мы в Казахстане находимся. Наша компания из Казахстана. Воронеж же не Россия же, Воронеж же. Это Украина. Нет, Воронеж в России. Насчет Украины, честно, не знаю, но я знаю, что в России есть такой город. У меня там друг живет. Поэтому вот такие знания есть. А вы откуда звоните? Слушайте, тогда вы... Мы с Алматы. Почему Алматы, это... Казахстан. Почему спам-номером звоните тогда? У нас программа, которая выдает номера. Не, если вам, не, в Алматы вы можете стационарными номерами звонить, а не IP-телефонии. У нас своя программа. Может, ее так определяют, как недоброжелательную. Ну, вы понимаете, просто... Если я захочу сейчас, если я буду звонить на этот номер, а уже недоступен же будет, правильно? Вы же понимаете, что я звоню не одному человеку? А из-за того, что я звоню не одному человеку, нас определяют как спам. Потому что звонков много. Ну, а с одного номера же можно за стационарные номера. Должна же быть. Наша компания заинтересована в наборе клиентов, поэтому от нас идет большое количество звонков, чтобы привлечь клиентов, привлечь новых инвесторов. Конечно. Ага. Зарабатывает клиент, зарабатываем и мы. Наша компания. Ага. Ну, это же спам-номер, это же IP-телефонии. Никто больше не... Слушайте, говорю, у нас... Да-да-да, что хотите? У нас... Говорю, у нас такая программа, с которой мы звоним клиентам. Из-за большого количества звонков ее выдает как мошенническую, скорее всего. Ну тогда, но то, мы, знаете, если честно, первые... Казахоязычные менеджеры должны же быть, если в Алмате вы казах Каз Минерал. Ну должны же быть у вас там. Слушайте, казахоязычные менеджеры. Есть. Ну, но они не работают на специалистах. Они уже выше. Они уже работают на аналитиках. Аналитик – это тот человек, который дальше работает с клиентом. А, как после инвестиций они будут выйти, да? После каких инвестиций? Ну, они работают с человеком уже на подальше основе. Когда человек начинает с нами работать... То есть и он новичок в этой сфере. Мы можем от лица компании предоставить человека, который будет ему помогать во всем. То есть аналитика. Нет, если он все знает... Говорите, Мухтар. Ага. Говорю, если человек все знает, он может сам работать. Но мы советуем работать с аналитиком, так как сфера новая, и чтобы человек... Потому что, смотрите, у нас были случаи, когда люди начинали работать одни, у них не получалось, и у них сразу складывалось негативное мнение о нашей компании. Будто мы у них забираем деньги, еще что-то. Человек по факту сам начинал работать, отказывался от аналитика и терял свои деньги. Вы давно, вот в чем. Вы давно работаете в Каз Минералс? Сколько лет? Каз Минералс? Более 6 лет. 6 лет? И 6 лет вы живете в Казахстане, да? Что говорите? Вы здесь родились, в Казахстане? Да, Казахстан, Алматы. А как моя фамилия? Ваша фамилия? Да. Ауезов. Если вы здесь родились и даже не знаете, не представляете, кто такой Мухтар Ауезов? Что вы говорите, что родились в Казахстане, в Алмате? Слушайте, если человек в анкете указал свое имя, фамилию, я обращаюсь
так и человеку. Но если я обращусь к Владимиру Путину, будете звонить мне? Конечно. Вы думаете, один человек всего Владимир Путин? Да. Много людей, которые называются именем, фамилией других популярных, либо известных, либо еще каких-то людей. А-а-а. Если один человек есть, вы введите в социальной сети свое имя, фамилию. Вам выбьет человек 100 таких же, если не больше. А-а-а. Даже намного больше. Да. Тысячами, десятками тысяч будет таких же человек с такой же фамилией и именем. Так что это совершенно нормально. А вы знаете, поэтому я обращаюсь... Ну, если вы нас уже знаете, знаете, что такое Мухтаровец? Что говорите? А, ну, я просто, так, Владимира Путина вы знаете, да, кто он такой? А, Мухтаров... Владимира Путина? Да, это президент России, правильно? Да, президент России. А, Мухтаровец, вы хоть знаете, если вы родились в Казахстане? Писатель. А? Казахский писатель. Еще он в советском времени был. Да, загуглили. Дайте на казахского менеджера. На казахском хочу пообщаться. Казахские менеджеры работают на аналитиках. Так просто вам его не передать. Не передать. Чтобы трудно, начать с ним да? работать, надо начать сотрудничать с нашей компанией. Ну да, деньги вложить, а потом его исчезнуть и все. Вкладывать деньги никуда не надо. Да, это деньги мой... остаются при вас. При вас. Ваши деньги есть вашими деньгами. А, у меня в кармане. Чего такие доводы? Нет, вы сейчас говорите инвестировать как минерал. Ну, я отправлю уже деньги, уже прощай мои деньги. Вы в нашу компанию... Сейчас скажешь, у вас будет личный кабинет там, личным в этом. И я, если я уже отправил, уже прощай мои деньги. Слушайте, во всех инвестиционных компаниях есть личный кабинет. То, что мошенники пользуются этими данными и выдают себя за оригинал, и то, что у них есть похожие функции, это не значит, что все инвестиционные компании мошенники и работают по такой же схеме. Кадминерал, это как сантехниками в жизни. У Кадминералса и Кадминефть никакого инвестиционного такого нет, я знаю. Точно? Что говорите? Такой инвестиционной проекты нету. Даже если кто-то может это инвестировать, только это миллионеры, миллиардеры, а простым людям никакой инвестиции доход не будет. С чего вы взяли? Вы знаете, как работает наша сфера? Вы, да. вы знаете, во что вы инвестируете? Как минерал. Вы не просто инвестируете в какие-то продукты, в какую-то компанию, в какой-то счет. Угу. Вы активируете свой счет, а дальше работаете с акциями на биржевом рынке. Точнее, работаете не вы, а аналитик за вас работает, ищет вот эти вот сделки, покупки и так далее. И обанкротится, да. То есть работа происходит на биржевом рынке, а не просто инвестировали куда-то деньги и все, и сидите ждете. Нет. С вами связывается аналитик по WhatsApp, как вам будет удобнее. Скорее всего, WhatsApp. Он вам прям фотографии скидывает, куда нажимать, что нажимать. Он сам ищет эти сделки. Сам ищет, куда нажать, куда что сделать. А вам потом скидывают фотографии, вы заходите в обычное приложение по типу Каспи Банк. Оно похоже на наше. И там есть несколько кнопок. Ну, то есть, вам упрощенную версию включают. Есть кнопка «Купить», есть «Продать». Вам аналитик, допустим, пишет, нажмите «Купить» 12.40. Вы нажали «Купить» подешевле акцию. Через время пишет, через полтора часа, допустим, «Продайте». Ну ладно, я... Вы через полтора часа... Ну потом, попозже я свяжусь, просто у меня сейчас нету денег. Ну слушайте, а за что вы живете? За что вы хлеб покупаете в конце-то концов? Вы же взрослый человек. Вы живете за свои доходы. Или займешь меня, а? Нет, сейчас нету денег. Кого передаю? Нет, займешь, может. В долг даешь, слушайте, в долг. Слушайте, у нас был опыт занимания денег, но при таком опыте